Дело об утечке штамма вируса ньюкаслской болезни птиц из Национального центра штаммов микроорганизмов изучают следователи Украины. Об этом сообщается на сайте офиса прокурора страны. Правоохранители подозревают в похищении штамма бывшую сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологии штаммов микроорганизмов. Сообщается, что данные штаммы вирусов определяются как возбудители заразных болезней животных. Они способны быстро распространяться в крупных масштабах. По данным следствия, женщина хранила похищенные образцы дома в холодильнике и собиралась в дальнейшем продать их. В результате обыска флаконы со штаммом вируса были изъяты. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.